убыть. Свекровь позвонила мужу, сказала, что там взрыв, вот, на улице горит, зарево сильное. Она говорит, такого не было никогда. А потом она перезвонила через 15 минут и сказала, что уже дом начал гореть. Свекровь начала кричать, и это было последнее, что мы услышали. Хорошо, выходи. Подождите. Да, идем. Ну еще. А где еще может быть? В каком районе? При посадках ударах ничего не ломается. То есть живучесть очень сильная.